За два прошедших дня произошла череда интереснейших событий. В шаббат проходила ежегодная международная конференция, посвященная вопросам современного еврейства. Репортеры информационного агентства All Time успели побывать на этом событии и пообщаться со специалистами различных сфер и направлений. Собранная информация помогла нашим зрителям разобраться во многих аспектах этого светлого праздника. Также внимание нашего информага привлекла цепочка из 9 преступлений, произошедших в городе Штранбург. Расследование этих преступлений не стало серьезным препятствием для наших корреспондентов, а собранная информация привлекла внимание телезрителей, что повысило рейтинги нашего агентства. Это All Time Новости. Я и ведущий просто Александр. Ну и сегодня, по традиции, мы пройдемся по нашей территории и узнаем, что же делают наши репортеры в свободное время. Здравствуйте, в эфире новости All Time. Я репортер Милена. Сегодня я побывала на грандиозной выставке робототехники в Японии. И мы на этой технике заметили очень классных роботов. Представляете, они танцуют. Сейчас мы поговорим с их создательницей. Здравствуйте, нас привлекли ваши изобретения. Какие чудесные роботы. Можете представиться? Меня зовут Екатерина. Екатерина, вы так хорошо разговариваете на русском. Вы откуда-то приехали? Я приехала сюда из Беларуси. Круто, мы тоже. Вы можете нам немножко рассказать о своих роботах? Идея появилась у меня очень давно. Я конструировала их целых 3 года. Они сделаны из специального сверхлегкого нержавеющего сплава. Они работают на сверхмощных солнечных батареях на операционной системе Android. И сегодня я продемонстрирую специально для вас их действие. Так здорово! Так было задумано? Нет, они еще не совершенны. Они находятся сейчас в стадии разработки. А с вами была Милена. И мы напоминаем, что спонсор нашей программы – газировочка «Апельсинка». All Time News находит постоянно какие-то интересные события. И сейчас мы подойдем к ребятам, они тут что-то исполняют. Давайте спросим, что такое. Здорово, мужики. Здорово. Что делаете? Мы уличные танцоры. Уличные танцоры. Можете что-нибудь вообще там забахать, что-то такое сейчас? Серьезное такое. Музычка нужна сейчас? Ну да, конечно. Сейчас, погодите, я включу тут. Amazing. Все, Костя, снимаем. Поехали. Да. Внимание. В эфире All Time Новости. И я ведущий просто Александр. Сегодня мы находимся на секретном объекте, на котором, по некоторым данным, производятся некошерные пельмени. Костян, побеги! Геннадий!